как запустить двигатели Ту-154. Поднимаемся на борт и занимаем место борт-инженера. Включаем аккумуляторные батареи 1, 2, 3, 4, выпрямители и преобразователи. Запускаем вспомогательную силовую установку и во время ее запуска следим за параметрами работы. Когда все готово, подключаем генератор от ВСУ на борт. Далее включаем насосы топливных баков 1, 2, 3, 4 и насосы расходных баков самолета. Включаем насосы гидросистемы 2, 3, а далее гидросистемы 1. Подключаем отбор воздуха от ВСУ. Включаем воздух с левой и правой системы и накачиваем до 6 кг на сантиметр квадратный. Открываем топливные краны всех трех двигателей, подключаем приборы контроля двигателя, открываем панель запуска, начинаем запуск с двигателя номер 1. Нажимаем кнопку «Запуск» и следим за параметрами N1, N2. Остальные двигатели самолета запускаются по аналогии. Теперь можно сесть и спокойно расслабиться.